Пиццей радиусом 30 сантиметров можно кормить 4 детей. Удастся ли пиццей радиусом 45 сантиметров накормить 8 детей? Поставь видео на паузу и продолжай. Ну, вроде на первый взгляд кажется, что нет, потому что радиус пиццы увеличился в полтора раза, ну, значит, детей стало в два раза больше. Но подождите, дети едят не радиус, дети едят площадь. И поэтому, на самом деле, давайте посмотрим, во сколько раз увеличилась. Значит, пицца. Пицца, площадь большой пиццы разделим на площадь маленькой пиццы. А площадь круга у нас пи r квадрат. Значит, здесь будет пи на 45 в квадрате, ну а здесь будет пи на 30 в квадрате. Ну а дальше мы понимаем, что пи и пи у нас сокращается. Я хитро запишу нашу дробь как 45 на 45 делить на 30 делить на 30. Ну и в игру вступают сокращения. А именно, сокращаю вот это на 15, здесь 3 на 2, сокращаю вот это на 15, здесь тоже 3 на 2. Ну и получается, что на самом деле площадь стала в 9 четвертых раза больше. И тогда отсюда можно сказать, во-первых, она стала площадь в 2 раза больше, более чем в 2 раза больше. Это значит, что на самом деле нам на 8 детей это точно хватит, потому что еще раз площадь стала в 2 раза больше. Ну а, собственно, из этой дроби можно понять, что ее хватит даже на 9 детей.